Жители столицы ждут в субботу, 20 апреля, на акцию по благоустройству столичных парков и дворов жилых домов. Соответствующее заявление было сделано на еженедельном заседании служб при мэрии. Начальник главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Иван Бурдюмов отметил, что власти предоставят участникам перчатки и мешки для сбора мусора, а также транспорт для его эвакуации. Исполняющий обязанности генерального примара Руслан Кудряну призвал жителей столицы активно участвовать в уборке парков и дворов. Я прошу вас выйти и позаботиться о дворах жилых домов. Как я обещал, мы позаботимся об освещении, детских площадках, парковочных местах и многом другом. Помогите нам вместе навести порядок в городе. Акция по благоустройству столичных парков ранее была запланирована на 13 апреля, но из-за дождей была перенесена. Весенняя кампания по благоустройству в Кишиневе продлится до 26 апреля. В ее рамках местное публичное управление организует ряд мероприятий, в которых призывают принять участие и жителей столицы.